Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем, значит, опыты на импульсном генераторе тока БТГ, система ротовертер, но с разделением токов. Значит, что у нас? Мотор на 500, на полкиловатта. Генератор на постоянных магнитах 2,5 кВт. Выход. Генератор запитывается не на полную мощность, так как нету здесь, значит, хорошей муфты на резине пока, на пол мощности. Выход на нагрузку. 3 лампы по 100 Вт. Применяем вольтметр. Замеры я уже сделал, сейчас я вам еще запущу, покажу, как оно работает. Значит, в системе. Включаем, значит, для начала реле Амрон. 1/10 секунды. Это у нас работа подачи тока. 0,4 работает на импульсе на своем самозапите. Включаем реле. Включили реле. Реле, значит, слышите, щелкает. Включаем систему. Как видите, выход у нас 44, 45, 49. То есть 1 секунда работает, а 1/10 секунды подача тока, 50, полсекунды работает на своем. Выход, видите, до 50 доходит. В общем, 45, где-то 50. Но у меня было чуть ниже, здесь я, значит, настраивал. Лампочки. Три лампочки. Достаточно пока. То есть поняли смысл. Значит, замеры мы делали, общий замер, общее потребление тока, а потом отключали лампочки, ставили на напряжение через вот этот, подключали вот к этому сыму, ставили напряжение где-то нужное. 42 у меня в том опыте было, в этом где-то 47. Ну, мы по тому опыту возьмем. 42 было. Что получилось в итоге? Давайте начертим. Начертим. Результаты уже есть, опытов. Снова замерять не буду. Кто хочет, пусть проверит. Но все это точно. Значит, что? Берем, значит, систему рисуем. Мотор от стиралки 500 ватт. 500 ватт. 15 тысяч оборотов в минуту. На валу у него сидит генератор. Генератор на постоянных магнитах 2,5 киловатта. 2,5 киловатта. Но мы задействуем не на полную, на пол мощности, поэтому он, ну и нагрузку подключаем меньше. Не максимальную, можно было подключить и 10 лампочек, но мы подключаем меньше. Но все равно эта общая картина передается. Дальше. Здесь у нас, ребята,
стоит сым. Сым для того, чтобы выставить, значит, нужное напряжение и плюс сэкономить на расходных материалах, на расходе двигателя. От сыма выходит провод. Здесь у нас стоит реле Амрон. Вот так вот. То есть, как бы вот здесь разделение. Вот на разделение. Вот сюда провод заходит и сюда выходит. А здесь розетка. 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 Значит, что получается? 0,1 секунды. Система включена. Включена. То есть включаем всего 0,1 секунды. А 0,4 работает на самозапите. На своей инерции, так как 15 тысяч оборотов здесь, не забывайте. Разгоняет оно. Плюс обратная энергия и так далее. 15 тысяч оборотов. Выход. Три лампочки. По 100 ватт. Три лампочки. 100 ватт. 100 ватт. Так. Значит, вход у нас один раз, а выход у нас три раза. Пять раз. Два раза выходит по 100 ватт. Три раза выходит по 100 ватт. Четыре раза по 100 ватт. И пять. Пять выходов. Видите? Значит, замеры я произвел. На то напряжение у нас было меньше, видите, 42. А в этот раз я чуть прибавил скорость. Чуть больше половины, 45. Значит, мы на 42 мерили. Значит, выход 50 ватт. Единоразово 50 ватт. Видите, 50. Второй раз 50. Третий раз 50. Так как по времени у нас 5 периодов работы. Четвертый раз 50 и пятый 50. 50 на 50 получается на 5. 250, значит. Выход. Вот оно у нас обозначено. Значит, не обозначено. 250 ватт. Тут наоборот написано вход, а вот тут выход. Выход 250 ватт, затраты 94. Значит, мы затрачиваем 94 ватта в 1/10 времени, а выходит у нас 250. Итого, ребята, 250 разделим на 94 и помножим на 100. 265,9, то есть КПД 266%. 266%. Это на пол мощности. А если когда придет муфта сюда, тут пока резина стоит, то я думаю, КПД повысится раза в два. То есть будет на полную, а то и в три. Будет 500-600. Ну и сейчас совсем неплохо. 266%, значит, 100% у нас на обратно на возбуждение. И 166% выхода мы можем потребить. То есть на потребление. Где-то около примерно 166% это. То есть 2/3 от 250. У нас 266. Значит, 266 разделим
на 100. 2,66. То есть почти в 3 раза. То есть мы можем потребить, значит, примерно 150. 150 ватт мы можем иметь чистого, ну, очищенный от всех расходов и доходов, чистый выход такой схемы 150 ватт. Что уже неплохо в данный момент. Значит, сюда надо пару тяговых аккумуляторов. Сюда небольшой, и сюда даже три, и сюда два. Один большой, и один такой же, чтобы заряжало. И тогда мы получаем готовую БТГ. Благодарю за внимание и понимание. Всем здоровья и удачи!